Друзья, всем привет! Кто-то мне задавал вопрос, по-моему, где-то я видел. Почему, вернее, для чего торчат... Вот сейчас подойду к этому вагону. Почему торчат костыли вот в этом месте? Барная розетка. Вот, типа кто-то увидел, заметил, для чего ставят или для чего они так сделаны, для чего торчат. Вот я сейчас вам попытаюсь объяснить, как они тут очутились. А очутились они по одной простой причине, чтобы устранить, ну, у нас называют центра, то есть когда это сетки вот друг против друга, чтобы, видите, как она завышена без этого. Вот тут ничего нету подвески, вот поэтому она так опущена. Так вот, они должны быть вот на уровне друг с другом. И допускается вот это вот расхождение между вагонами 100, а между локомотивом и вагоном первым 110. Так вот, когда ставят этот вагон, к примеру, да, к локомотиву, и машинист видит, что он, и осмотрщик вагонов, что центра больше 110 мм, то есть замеряет, у меня это видео, как надо замерять центра, то они решают этот вопрос путем установки вот этих вот костылей или подобных вещей, чтобы автоцепка приподнялась чуть выше, чтобы устранить эти центра. Вот для этого и ставят эти костыли, то есть их вообще нельзя ставить, их запрещено ставить. То есть в этом случае нужно либо вагон перекидывать, смотреть, да, чтобы он, ну, искать такой вагон, где автоцепка совпадала, вот, с автоцепкой локомотива. Но так как это никто не хочет делать, да, там или локомотива нет, вот, или составителя нет, или вообще такого вагона нет, или просто лень или нету времени, да, ну, в основном просто не хотят переставлять. Вот, костыли нашли, поставили, вот. И вот, друзья, просто вот если стоят костыли, это просто устраняли центра. Вот в этом случае такое можно замечать. То есть вот, вот для этого нужны костыли. Не нужны, ну, их нужно вытащить, конечно. То есть мы их по-любому вытащим. Костыли вообще нельзя ставить, это считается как бы неисправностью. Вот, друзья, на этом все. Ну и забыл добавить, друзья, для чего устраняют центра, то есть, да, чтобы было все идеально, чтобы вагоны не расцепились, то есть вот для этого, чтобы не было саморасцепа. Ну, а на этом все, друзья. Подписывайся на мой канал, ставим лайк. До свидания.